Что, кушать хотите? Кушать вы готовы, да? Ляля, ты впереди всех, да? Скажи, я всегда готова кушать. Так, вот. Сегодня у нас желудочки и печень отварные, да? Вот одну тарелку вам дам, остальные тарелки сама съем. Сама съем. Вигусинка, Донечка. Где у нас остальные личности, а? Так, вот еще тарелочка. Осторожно, только чтобы не перевернули. Буся, тебе отдельную персональную? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Так, кого не хватает? Милуся и Вигуся. А, Вигуська кормит малышей, ей некогда. Ну, ничего страшного, мы ее тарелочку отставим. Да? Шей, Шей. А Шей пошел Донечка. Донечка! Доночка, Фаследечка, пойдем кушать, миленькая. Пойдем, пойдем, зайка. Вот-вот, вылезай, вылезай, наша девочка. Любит она у нас время потянуть, да? Скажи «да». Я в своем репертуаре, да, зайка моя? Ну. Смотри, Доня, Буся вон как кушает, никого не слушает. Да, Буся, молодец. Ты молодец, Бусенок. Очень молодец. А эти ходят от тарелки к тарелке, проверяют. А это кто мне зарычал? Это Ляль, что ли, зарычал? Лялюшка, тут такая тарелка, тут на четверых хватит. Это что это такое, а? Лялище, ты же сроду у меня не рычишь, а тут прям... Все лопает, ей некогда отвлекаться. Соболя, ты ходишь, проверяешь, да? Кого где? Вот Фейка тоже, ей нужно проверить. Шейк тоже уже все, ко всем сходил, проверил. У вас у всех все одно и то же. Ляля, Ляля, Ляля. Никто ничего не отоберет. Веди себя спокойно и культурно. Ты культурная, воспитанная девочка. Ты молодец. Мне кажется, вообще тебя скоро на диету придется сажать. Лялище. Я пока буду кушать, пока там вкусненько, вкусненько. Вот так вот. Фейка, ты решила с Бусиком покушать? Господи, а? Шабатушки маленькие. Маленькие шабатушки. Вот так вот и кушаем. Никого не слушаем. Донь, пойдем. А вот эту звезду поуговаривать нужно. Поуговаривать. Да, 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 да. Вот она, девочка. Пойдем, пойдем кушать. Пойдем кушать, никого не слушать. Давай, давай, миленькая. Вот, молодец. И Доню уговорили. Еще поуговаривать надо, да? Ну, а всем вкусного дня и хорошего настроения.